дорогие гости нашего города, поздравляю всех с 41-й годовщиной Десногорска. Праздничное шествие, посвященное Дню города, объявляю открытым. Начальника цеха «Смоленск-Атомстрой».
прекрасно трудящихся. Сегодня администрация муниципального образования город Десногорск Смоленской области — это современный орган управления. Она представляет собой ряд структур, тесно связанных между собой. Город Десногорск — прекрасное место как для активного семейного отдыха, так и для профессиональных занятий в различных секциях. Мы встречаем комитет по физической культуре, спорту, а именно физкультурно-оздоровительный комплекс «Весна». А также детская юношескую спортивную школу.
сегодняшний день в учреждении работает 28 творческих объединений. Ежегодно в Доме детского творчества дополнительное образование получают около 700 девчонок и мальчишек в возрасте от 5 до 18 лет. Образовательное учреждение Десногорский энергетический колледж, который осуществляет образовательную деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также по программам подготовки специалистов среднего звена. Желаем Десногорскому энергетическому колледжу новых профессиональных и творческих побед. Поздравляем вас с Днем города! Социальному развитию. С Днем города! Ура! Заслуженный энергетик Российской Федерации. Более 35 лет работает в атомной отрасли. Участвовал в пуске 3 энергоблоков атомной станции. Смоленская атомная станция – градообразующее предприятие, на котором трудится более 4500 человек. Атомная станция безопасна и эффективно вырабатывает экологически чистую электрическую и тепловую энергию. Технологического управления, возглавляемый ветераном атомной энергетики и промышленности России Владимиром Анатолием Пашичевым. Отдел осуществляет управление всем технологическим процессом по выработке электрической энергии. Здесь трудится 64 высококвалифицированных специалиста.
специалиста, среди которых ведущие инженеры по управлению блоком, начальники смен блока, начальники смен станции. Поздравляю вас с Днем города! Ура! Возглавляет начальник Сергей Евгеньевич Гудько за добросовестный труд, награжденный медалью за заслуги повышения безопасности Смоленской АЭС. Задача ЦЭКа входит обеспечение надежной и безопасной и экологически приемлемой эксплуатации систем и оборудования реакторного ЦЭКа. Коллективы ЦЭКа 434 человека, 37 человек носит гордое звание ветеран атомной энергетики. Одно из ведущих подразделений Смоленской АЭС под руководством Юрия Васильевича Осипова. Коллектив цеха успешно решает производственные задачи. Персонал цеха принимает участие в модернизации первого и второго блоков, что позволило позволить выработку электроэнергии и надежность работы оборудования. Поздравляем вас с Днем города! Ура! Коллективу электрического цеха в мае этого года исполнилось 37 лет. Руководит цехом Николай Геннадьевич Пузырев. В цехе трудится 375 работников. Высокой культурой труда, качественным выполнением профессиональных обязанностей отличились Валерий Анатольевич Лученко, Олег Анатольевич Казаков, Олег Александрович Шаваров. Наградами различного уровня отмечены 154 работника цеха. 13 человек носят звание ветеран атомной энергетики, 5 человек ветеран труда Смоленской АЭС, 8 человек занесены на доску почета лучшие работники Смоленской АЭС. Мы поздравляем вас! Уверенно шагает коллектив химического цеха. Во главе начальник Николай Анатольевич Сотников, за плечами которого 35 лет трудового стажа на Смоленской АЭС. И много наград разного достоинства. В их числе серебряная медаль за заслуги в повышении безопасности Смоленской АЭС. Поздравляем химический цех с Днем города! Ура! Тепловой автоматики и измерений под руководством Владимира Анатольевича Дёрова, который награжден благодарностью и почетной грамотой генерального директора госкорпорации «Росатом». Мы поздравляем коллектив с Днем города! Ура! Коллектив отдела радиационной безопасности возглавляет начальник Анатолий Сергеевич Кулеватов. Отдел радиационной безопасности надежно обеспечивает радиационный контроль на Смоленской АЭС. Поздравляю вас с Днем города! Ура! Цех обеспечивающих систем – один из самых больших по численности персонала и видом деятельности подразделений Смоленской АЭС. В коллективе почти 400 рабочих и специалистов. Возглавляет его известный пятигорский человек – депутат ветеран атомной энергетики и промышленности Михаил Валентинович Дурманов. В цехе трудится 27 ветеранов атомной энергетики и промышленности, 6 ветеранов труда Смоленской АЭС. Мы поздравляем коллектив с Днем города! Ура! Коллектив цеха централизованного ремонта возглавляет начальник Владимир Алексеевич Итеркин, заслуженный энергетик Российской Федерации. В коллективе цеха насчитывается 341 человек. 18 человек носят звание ветеран атомной энергетики. Поздравляю вас с Днем города! Ура! Технологической комплектации, задача которого – своевременное и качественное обеспечение Смоленской АЭС необходимо.
безопасности Смоленской АЭС. В коллективе цеха 66 человек, двое из которых награждены серебряной медалью за заслуги в повышении безопасности атомной станции. Поздравляем вас с Днем города! Ура! Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Смоленская АЭС-сервис». В коллективе трудится 902 человека. Возглавляет генеральный директор Наталья Юрьевна Шпанкина. Поздравляем вас с Днем города! Ура! Коллектив войсковой части 3678 внутренних войск Министерства внутренних дел России. Командует частью подполковник Алексеев Андрей Юрьевич. Основная задача – это охрана и оборона Смоленской атомной электростанции. По итогам первого полугодия 2015 года воинская часть заняла почетное первое место среди отдельных батальонов соединения. Традиции, заложенные предыдущими поколениями, сохраняются и приумножаются. Поздравляем коллектив с Днем города! Ура! Александр Геннадьевич Преперанцев, директор по производству Анатолий Михайлович. На заводе работает 300 человек. Основной вид деятельности – производство гибкой упаковки. Директор занимает лидирующую позицию в области упаковки пищевых продуктов. Поздравляем коллектив с Днем города! Все сотрудники являются высококвалифицированными
современный многопрофильный лечебно-диагностический комплекс, выполняющий задачи медицинского обслуживания работников предприятия атомной энергетики и медицинской помощи жителям города Десногорска. Руководитель учреждения Борисенец Федор Николаевич, заслуженный врач Российской Федерации. Помогают ему в решении задач опытные специалисты, много лет работающие в РСЧ. Тимофей Анатолий Алексеевич, Гриушева Ирина Федоровна, Воробьев Владимир Алексеевич, Бурченкова Наталья Владимировна, Коробова Наталья Викторовна, Жани Лидия Владимировна. Мы поздравляем коллектив медсанчасти. Нашего города входят в федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения, центр гигиены и эпидемиологии номер 135. Поздравляю вас с Днем города! Ура! Днем города поздравляем коллектив акционерного общества «Атомтранс», лауреата национальной премии «Во славу Отечества». Предприятие является одним из самых крупных и стабильных среди аналогичных предприятий Смоленской области. С октября 1984 года им руководит почетный гражданин города Десногорска, депутат Смоленской областной думы, заслуженный работник транспорта Российской Федерации Михаил Васильевич Лосенко. В мае этого года коллектив предприятия отметил 40-летний юбилей. В период строительства Смоленской атомной электростанции коллектив этого предприятия осуществлял поставки оборудования для всех трех блоков станции и участвовал в строительстве жилья и инфраструктуры города. В настоящее время предприятие успешно решает свою основную задачу – транспортное обеспечение Смоленской атомной электростанции. Коллектив предприятия насчитывает 307 человек и 175 единиц автомобильной техники. С момента образования предприятия работают высококвалифицированные специалисты, ветераны труда, ветераны атомной энергетики, ударники труда, почетные автотранспортники, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Поздравляю вас с Днем города! Ура! Филиал Смоленск Атомтехэнерго. Руководитель Владимир Николаевич Блохин. Из Смоленска учебно-тренировочный центр. Руководитель Алексей Вячеславович Сердюк. Они являются филиалами акционерного общества Атомтехэнерго, специализированной инжиниринговой компании госкорпорации «Росатом», выполняющие узконаладочные работы и испытания при вводе и эксплуатации действующих энергоблоков и подготовку эксплуатационного и ремонтного персонала. «Смоленскатомтехэнерго» участвует в пуске новых блоков на Новоронежской, Ростовской и Ленинградских атомных станциях. Поздравляем коллектив с Днем города! Ура! Возглавляет предприятие «Акульский Михаил Георгиевич».
в колонии коллектив акционерного общества «Эл». Генеральный директор Ольховиков Сергей Александрович. Основными перспективами, направлениями развития данного предприятия является передача электроэнергии, технологическое присоединение энергосберегающих устройств потребителей и обслуживание электрооборудования внешних объектов. Поздравляем коллектив с Днем города! Ура! В нашем праздничном шествии приближается Смоленское управление филиала открытого акционерного общества «Электроцентра Монтаж». Основная задача учреждения – это строительство, монтаж и наладка энергетических и промышленных объектов на условиях генподрядчика и генпроектировщика и изготовление электротехнических устройств. Под руководством Сергея Ивановича Кучерицы за 2014 и 2015 год в управлении выполнены следующие строительно-монтажные работы на Смоленской АЭС. Комплекс работ по переработке радиоактивных отходов, комплекс систем хранения и обращения с отходами ядерного топлива «Каяк», продление срока эксплуатации электроцентра «Монтаж» с праздником «Днем города! Ура!» Встречаем коллектив Смоленской финансово-промышленно-строительной компании «ЩИС». Основное направление деятельности организации – это промышленное и гражданское строительство. 2002 года корпорация «ЩИТ» является генеральным подрядчиком по строительству и реконструкции объектов Смоленской АЭС. За годы сотрудничества коллективом «ЩИТ» достроен машинный зал 4-го энергоблока Смоленской АЭС под хранилище твердых радиоактивных отходов. Введен в эксплуатацию полигон по захоронению промышленных нерадиоактивных отходов. Успешно завершено строительство хранилища радиоактивных отходов контейнерного типа. Сдана в эксплуатацию первая очередь комплекса по переработке радиоактивных отходов СТАЭС. Поздравляем вас с Днем города! Ура! Руководит Александр Иванович Акишонков. Коллектив насчитывает 245 человек. Основной вид деятельности филиала – монтаж технологического оборудования и трубопроводов атомных и тепловых электростанций. В 2014-2015 году пущен третий блок в Нянский ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе. Приближается коллектив общества с ограниченной ответственностью «Гидрострой». Образовалось оно в 1991 году. Как дочернее предприятие управления строительства Смоленской атомной электростанции. С первых дней его образования и по настоящее время предприятием неизменно руководит генеральный директор Владимир Петрович Розельман. Основным видом деятельности предприятия является внедрение строительно-монтажных и ремонтных работ по
атомной энергетики. Поздравляем вас с Днем города! Ура! Наше шествие продолжает трудовой коллектив общества с ограниченной ответственностью «Смоленск-Теплофор». Руководит предприятием Роберт Верамович Арустамов. Основная задача предприятия сегодня – это ремонт, проектирование, модернизация оборудования трубопроводов и систем строительных конструкций, ремонт и изготовление тепловой изоляции, монтаж вентилируемых фасадов и быстро возводимых зданий из металлических конструкций. Мы поздравляем вас! С Днем города! Ура! Праздничная колонна Десногорского проектно-изыскательного филиала акционерного общества «Атомэнергопроект» под руководством заместителя управляющего по изысканиям Навлича Ивана Ивановича. Поздравляем вас с Днем города! Ура! Предприятие основано в 1973 году. Занимается строительством, ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог, искусственных сооружений, площадок, стоянок, а также улиц и дорог жилой застройки. Численность сотрудников в настоящее время составляет 120 человек. Среди них ведущие специалисты, главный инженер Трофимов Вячеслав Иванович, мастера строительных и монтажных работ, Шкуратов Михаил Александрович, Акимонов Юрий Дмитриевич. В нашем городе коллектив трудится с 2002 года, и за этот период отремонтировано 150 километров дорог. Поздравляем коллектив с Днем города! Ура! И мы встречаем коллектив муниципального унитарного предприятия «Калюгинат», муниципально-коммунальных предприятий, который насчитывает 450 человек. Предприятие создано в 2006 году. Возглавляет генеральный директор Александр Павлович Абраменко. Сегодня МУП КГП – это современное предприятие со своей производственной и ремонтной базой обслуживает более 100 многоквартирных жилых домов. Большую работу по организации эффективной работы проводят руководители цехов и отделов. Мы поздравляем комбинат коммунальных предприятий с Днем города! С праздником вас! Ура! Образованная в 2009 году. Руководитель Андрей Николаевич Шубин. Предметом деятельности учреждения является организация и обеспечение деятельности на территории города Десногорска в сфере благоустройства и озеленения территории. Мы поздравляем коллектив города! Ура! Муниципальное бюджетное учреждение «Десногорское городское электричество» возглавляет Олег Михайлович Пресняков. В коллективе трудятся 20 человек. Основной вид деятельности – лесоводство. Мы поздравляем эти дружные коллективы с праздником. С Днем города! Ура! Современный мир. Огромное информационное пространство, формирование которого нашего города. Мы поздравляем коллектив с Днем города! Ура! Завершает наше праздничное шествие трудовой коллектив муниципального казенного учреждения Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Десногорск.
начальник управления Игорь Николаевич Медведев. Основные задачи – это предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Поздравляем коллектив с Днем города! Ура! Жители!